Добренько. Всем добренько. Так. Поехали. Да, давай другие эти уже не прилипают ни хрена, блин. Давай вот эти вот. Бонжорно, бонжорно. Херня. Вот это, например, Lamborghini Gallardo вылитая. Сейчас заберем ее. Он даже двери вверх поднимается. Такая типичная ламба. Ну, короче, какая-то типа ламба. Не обязательно Gallardo, может, Murcielago там или Gallardo, что-то такое. Опять полиция, блин. Ой, блин, у меня уже две звезды. Надо уходить от полиции. Елки-моталки, блин. Ладно, надо поаккуратнее уже ездить. А то мы так точно не уйдем никуда. Ну, я сейчас так догоняюсь, что у меня три звезды будет. Все, наконец-то. Свалил нахуй. Все, все фары поразбивал, к чертовой матери. Так, надо уйти от полиции, главное. Графон как у меня на минус. Слушай, ну это PlayStation 5. Ну правда версия для PlayStation 4. Вроде как обещают версию для PlayStation 5 замутить. Я думаю, там будет уже графон тогда как у тебя на максималках. А я прям тащусь от огромных длинных таких членовозов. Огромных длинных таких членовозов. Ну, шустрая машинка. О, да ты что, парень, встал? Я чуть я не врезался. Так, все на красном свет встали. А я, как самый наглый, проезжаю. Ой, а это что за красная машина? Ну-ка, давай вот эту вот. Вроде прикольно. Вот эту возьму. Хочу на этой красной машине кататься. Как батя. О, это прикольная тачка. Дверь-то закрой. Блин, крутая. Вот все-таки, как же я обожаю длинные, огромные седаны. Вот у меня прям страсть какая-то. Что в жизни, что в играх. Я просто балдею от вот этих длинных, огромных Porsche, блядь. Вот типа, есть такой, знаете, у людей вот. Кому-то нравятся джипы всякие. BMW X5, там Гелендваген и прочее, да. Кому-то, ну или там Крузак, там Lexus LX, а кому-то нравится вот всякий спорт, купе, они прям вожделеют, всякие Lamborghini, Ferrari там. Ну это 110 тысяч вольт идет провода.
burn, you disrespectful pricks! Вот так вот. Ночной клуб в таком прикиде сходить? Да ну нахер. Черт, нахер кому-то нужен этот мексикашка. Канистра не 10 галлонов, да. Отъедьте подальше от фермы. Ну поехали. Смотри, как я красиво разорвал эту ферму. Просто по красоте уничтожил. Все, выполнил задание. Кайфа. Хорош. Хорош, однако. Ляпу можно снимать. Часик посидели. С сраными усами. Кукарача, да, из образа кукарача мы выходим потихонечку, не спеша. Потихонечку, не спеша выходим из образа кукарача. А, внутри вот этого здания, вот здесь вот. Ну вот, типа, такой обычный кондиционер, как от сплит-системы. И плюс тут на окне еще такой кондиционер. Видишь? Это обычный. Да. Посмотрю, что надо сделать тут. Крыло отлетело, бампер при этом не отлетел, заметьте. Так, надо на колеса встать. На колеса встать, на колеса. Опа! Вот эта фишечка появилась конкретно в пятой части, когда ты перевернулся. О, а если мы поезд догоним? Вот это да, вот это. Вот это да, вот это. Жестко было, однако, здравствуйте. Так, на колеса встали. Короче говоря, прикол в том, что когда в пятой GTA переворачиваешь, все равно можешь встать на колеса. Ой, это что-то похоже на маленькую BMW. Или на что-то такое приятное. Давайте ко мне эту машину. Бать, давай машинами поменяемся. Давай машинами поменяемся. Забирай мою, иди забирай мою. Я тебе говорю, забирай мою машину, я твою заберу. Дядь, иди нахер отсюда. Забирай мою машину, она лучше. Она новее, лучше, иди забирай. Все, поменялись. Так, вот это приятная машинка. Все, вот это поехали. Это другой разговор, это едет нормально. It's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, Bella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Dolphin, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because... Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Олег, много лет смотрим твой канал. Всей семьей и очень тебя уважаем, как человек честный и порядочный. Когда ты разбил плазму, мы плакали всей семьей. Красавчик. Спасибо. Боже наш, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
Добренько. Гербозный дунь, гербозный дунь. Гербозный дунь.